Наш сегодняшний фестиваль будет проходить в два этапа. Многие вы участвовали ранее, уже в принципе знаете. Первый этап начинается в 10 часов, закончится в 12, ровно 2 часа. После этого будет отобрано 20 финалистов, которые поймают самую большую рыбу. Перерыв будет 1,5 часа. В этот период мы будем подводить итоги других номинаций, которые я сейчас объявлю. И потом будет завершающий этап. В связи с тем, что сегодня все равно ветрено, он будет проходить 20 человек ровно 1 час. Ловить вы, в принципе, можете на все разрешенные снасти. Это на первом этапе. А на втором этапе, я думаю, будет одна удочка с одной мормышкой или крючком. Там будет участвовать 20 человек. Значит, какие сегодня у нас номинации предусмотрены в нашем фестивале? Это, значит, самый большой улов, самая большая рыба, неудачный рыбак, самый взрослый рыболов, юная рыбачка, юный рыбак, рыбацкая семья, мисс рыбачка, мистер рыбак, рыбак-юморист, рыбак-путешественник, рыбак-спортсмен, и будет проведено соревнование «Мастер бурения» и «Бег в амуниции». Вот такие номинации, они будут подведены после первого итога. Еще раз, значит, поскольку по опыту предыдущих фестивалей, хочу к вам обратиться, чтобы не было никаких фальсификаций. То есть рыба свежепойманная, не надо никаких домашних заготовок, которые 3 недели в холодильнике пролежали, не надо никаких болтов, гаек, которые почему-то в жабрах у рыбы оказываются. Давайте за честную спортивную борьбу. Успехов вам!